200 лет назад в Окинаве жил известный мастер карате. Его звали Саджиро Куренай. Его кулаки были самыми сильными, и никто не мог выдержать даже одного удара. Карате Куренай, китайцы и самураи, все боялись этого смертоносного мастера. И его карате стало легендарным. И его черный пояс тоже стал легендарным. Прошло время. Один человек унаследовал пояс Саджиро. Тацуя Куренай, один из потомков Саджиро. Сейчас черный пояс Тацуя в опасности. Это Шу Тагава. Он хочет управлять миром боевых искусств. Он взял в заложники дочерей Тацуи. Разберитесь с ним и заберите черный пояс. Это карате Куренай. Его главная цель — защищать себя и слабых. Яростный Тацуя поразил тело Тагавы. Аяка Куренай, старшая дочь, была убита. Аяка, Нацуки Куренай, младшая дочь, была похищена. Нацуки. И они забрали легендарный пояс Саджиро. Эта история начинается здесь. Папа! 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 Аяка! Тебе нельзя здесь оставаться! Никогда не возвращайся сюда! Не позволяй к нему прикасаться. Это настоящий пояс. Папа! Папа! Папа!
Папа! Каратистка. Попкорн и холодный чай. Мисс Икигами, вы хорошо работаете, спасибо. Запускайте клиента в зал, а я постою здесь. Хорошо. Помогите! Моя сумочка, кто-нибудь! Остановите их! Остановите их! Извините! Брат, ты в порядке? Сучка! Извините, пропустите меня. Спасибо. Спасибо вам большое. Она крутая. Боже мой, что это было? Она знает карате. Я уверен в этом. Мисс, можно с вами сфотографироваться? Извините за неудобство. Зал номер 5 вон там, а в той стороне 7 и 8. Занимайте места согласно купленным билетам. Спасибо. Занимайте места. Возвращайтесь к работе. Ты в порядке? Мое тело сработало само. Значит, ты в порядке. Ты напугала меня. Не нужно было этого делать. Ты поступила правильно. Теперь люди знают, что ты владеешь карате. У тебя брали автограф. Даже босс в шоке. Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы люди об этом знали. Аяка, мне не хочется об этом говорить. Что дало карате твоему отцу? А ничего, кроме неприятностей, не так ли? Я права? Ты права, только одни проблемы.
Но только занимаясь карате, я могу чувствовать своего отца. Это босс. Я слушаю. Правда? Вы серьезно? Что? Я не могу. Извините. Но... Я все понимаю. Где это? Хорошо. Я приду. Что случилось? Это видео уже в сети. Девушка-каратистка отпинала грабителей. Правда? Это плохо. Он сказал, что в толпе был хозяин школы карате. Он просил меня выступить у них. Просто скажи ему «нет». Я так и сделала. Но он начал умолять меня. И я согласилась. И зачем тебе это надо? Ну, это ненадолго. Ты же пойдешь со мной? Нет, я не люблю боевые искусства. Ладно. Умеешь ты убалтывать. У нас есть заказы на инструкторов. Два от русских террористов и один от ЦРУ. Позвольте мне рассказать вам о Шо. Он хорошо известен на Ближнем Востоке. Они хотят вернуть его. Шо. Удвойте цену. Хорошо. Южноамериканцы хотят купить Кейта. Он будет работать только здесь. Но они готовы заплатить любую цену. Карате Куринаи бесценно. Они не получат его.
Предложите им кого-нибудь другого. Хорошо. Поклонитесь. Карате создано для убийства. Вы должны убивать своих врагов. А если вы проиграете, вы умрете. Время шоу. Сейчас он заплатит за свою ошибку в Америке. Он еще жив? Сейчас большая потребность в юных бойцах. Они молоды, но способны на многое. Учите их убивать. Люди доверяют таким бойцам. И наш бизнес будет расширяться. Мы потратили на это 10 лет. Скоро эти дети будут готовы. Продолжайте в том же духе. Хорошо. Подобные тренировки уже устарели. Остановите ее. Учите ее новым навыкам. На днях мы говорили о расширении бизнеса. И что? Мы котируемся на международном рынке. Поскольку вы преемник легендарного Саджиро Куринаи. Если использовать пояс Саджиро в качестве доказательства,
Мы расширимся гораздо быстрее. Социальные вопросы, политические вопросы, главное, чтобы хорошо платили. И как можно быстрее. Никогда бы не подумал, что на боевых искусствах можно заработать столько много денег. Японцы считают карате безопасным видом спорта. Неважно, на чем делать деньги. Главное делать их. Мы преуспели на карате. Именно так. Хорошая работа, Кейт. На следующей неделе приезжают гости из Америки. Покажи им свое карате. Ты можешь идти. Он всегда пугает меня. Рядом с ним я чувствую смерть. Интересно, что он почувствует, если я скажу ему, что этот пояс — подделка. Что? Нет, ничего. Это насчет Кейта? Нет. Извините. Иди сюда. Тацуи Куринае, ты сделал меня калекой, ты обманул меня с поясом, что мне еще от тебя ждать? Hey!
Мута. Настоящий поезд существует. Найди его. Слушаюсь. Я поработаю с его родственниками и друзьями. С настоящим поясом я стану совершенным. Найди его любой ценой. Слушаюсь. Я уже нашла кое-какую информацию. Школьница в Йокогаме задержала грабителей. Аяка Икигами, 18 лет, мастер карате из Йокогамы. Разве можно стать мастером в 18 лет? Этот удар похож на настоящий. Я прочитаю еще раз. Аяка Икигами, 18 лет. Мастер карате. Вы ничего не заметили? А нужно было? Аяка Икигами. Аяка, так звали старшую дочь Тацуи. Одно и то же имя. Совпадение? Что вы предлагаете? Так она куриная? Не может быть, она мертва. Но если она жива, возраст подходит. Девочка не умерла? Я не верю в это. Но если она куриная, значит, у нее настоящий пояс. Если мы заберем пояс, наш бизнес расширится. Проверьте ее. Да, сэр. Черный пояс Саджира только мой. И я получу его. Ты уверена? Да, я смогу это сделать. И поэтому согласилась. Покажу им папино карате. Хорошо. Внимание! Я недавно познакомился с этой девушкой. Она поймала двух грабителей. Супер-девушка-каратистка Аяма Икигами. В наши дни карате не очень популярно. Такая молодая девушка занимается им. Разве это не замечательно? Вы согласны? Мисс Икигами, расскажите им, как победить соперника. Аяка.
Меня зовут Аяко Икигами. Сегодня я тренируюсь с вами. Извините, что я не в кимоно. Она такая милая. Мой отец учил меня карате. Он умер много лет назад. Он говорил, поставленный удар может убить человека так же, как и японский меч. Вот поэтому используйте карате только для самообороны. Но если вы защищаете что-то важное, не бойтесь рисковать своей жизнью. Если вы дрались всего лишь раз в жизни, это замечательно. Если в вашей жизни не было драк, вы счастливый человек. А значит, тот, кто не дерется, счастливый человек? Да, карате только для самообороны. Настоящий каратист не станет наносить удар первым. Мой отец научил меня этому. А значит, вы не знаете быстрого способа победить. Для того, чтобы освоить карате, потребуется не меньше 20 лет. Быстрого пути нет. А зачем нам лекции? Лучше покажите нам что-нибудь. Извините, покажите им немножко. Ну, хватит болтать. Покажи нам что-нибудь. Можно и без кимоно. Нам и так сойдет. Аяко, идем отсюда. Если вы уйдете, я упаду в их глазах. Я понимаю вас. Спасибо. Аяко, ты уверена? Пожалуйста, потише. Она покажет нам свою технику. Я использую бутылку. Мне нужен еще один человек и еще одна бутылка. Я начинаю. Великолепные удары. Она леди дракон. Она взорвала наши мозги. Это Аяко Куринае? Настоящая? Надо проверить ее. Разве это карате? Кто ты? Мы можем провести поединок. С помощью карате можно убить с одного удара. Это не детские игры. Убить с одного удара? Круто!
Хотелось бы узнать, как это. Если вы меня боитесь, поделитесь с ней. Разберись с ними. Зачем ты вмешиваешься? Аяка, не надо. Я должна. Почему? Потому что карате для защиты слабых. Так ты будешь драться с нами? Аяка, ты в порядке? Она не Аяка Куринаи. Откуда ты знаешь ее настоящее имя? Значит, это все-таки она. Нужно отнестись серьезнее.
Это Аяка Куринаи. Это она, дочь Тацуи. Невозможно. Она должна быть мертва. Почему она не умерла? Возможно, настоящий черный пояс у нее. Конечно, у нее. Нужно идти к ней. И без черного пояса она представляет для нас угрозу. Разберитесь с этим. Значит, мы пойдем к ней домой, убьем ее и заберем черный пояс. Ты с ума сошел? Это убийство. Привлечет много внимания. Сделайте это. Думайте головой. Они знают мое имя. Они сказали, Аяка Куринаи. Я сменила фамилию 8 лет. 10 лет никто не говорил Куринаи. Я ни разу не приезжала в Окинаву. Я держала свое карате в секрете. Даже родственники не знают обо мне. Я позвоню в полицию. Это слишком опасно. Они сумасшедшие. И что ты им скажешь? Во время тренировки на нас напали дети? Им все равно. Ты права. Мы должны забрать пояс Саджира и по-тихому избавиться от девчонки. Проиграешь, умрешь. Стойте! Используйте ее. Это же Сакура проверяла Аяку. Отправьте Сакуру выкрасть пояс. Но она... Вот поэтому отправьте именно ее.
Я думал, он убьет нас. Для защиты. Аяка сказала, карате нужно использовать для защиты. Не говори глупости. Если тебя услышат, тебя убьют. Саджиро Куринай, легендарный мастер карате. Он ваш предок. Я уверен, вы обе станете сильными и будете защищать слабых. Не позволяй прикасаться к этому поясу. Помогите! Папа! 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 Ты? Откуда ты знаешь мое имя? Это черный пояс Саджиро? Ты об этом знаешь? Карате для убийства? Или для защиты?
Это стойка Куринаи. Не забывайте об этом. Если вы видите эту стойку, значит, перед вами ваш друг. Нацуки? Ты Нацуки? Ты не узнаешь меня? Нацуки! Нацуки! Они послали тебя за поясом. Я поняла. Что там? Как мы и думали, черный пояс Саджира у нее. Замечательно. У этой девушки настоящий черный пояс. И еще, Аяка Куринаи знает, что Сакура ее сестра, и, возможно, Сакура тоже это знает. Это плохо. Все нормально. Что? Драматическое воссоединение сестер. Как это мило. Пусть насладятся, пока мы не прикончили их обеих. Пояс будет ваш, и род Куринаи закончится. Это сделает вас преемником Саджира Куринаи. Скоро пояс будет моим. Черный пояс Саджира Куринаи. Поклонитесь. Дышите и двигайтесь вместе. Ваша энергия едина. И я. Делайте вместе. Это Кия Куринаи. Старайтесь больше двигаться. Это стойка Куринаи. Запомните,
Врага можно отличить по его стойке. Если вы видите эту стойку, значит, перед вами друг. Вы поняли? Нацуки? Ты Нацуки? Ты принесла черный пояс? Ты провалила задание? Ты знаешь правила? Он гораздо лучше тебя. Если проиграешь, умрешь. Хочешь жить? Победи его. Что это за стойка? Она сильнее. Что происходит?
Кровь Куринаи. Скажите мне, я... Кто я? Теперь ты можешь узнать. Ты Нацуки Куринаи. Младшая сестра Аяки Куринаи. Младшая сестра? Мы убили твоего отца, чтобы завладеть легендарным поясом. Это было 10 лет назад. Мы похитили тебя. Мы сделали из тебя куклу-убийцу. Я не кукла. Ты кукла. За эти 10 лет ты узнала только одно. Карате для убийства. Нет! Аяка Куринаи, ты знаешь, кто это? Нацуки. Если хочешь забрать ее, принеси пояс Саджира. Эй, скажи ей что-нибудь. Не приходи. Нацуки. Я иду. Я спасу тебя.
Ты пришла? Где Нацуки? Нацуки? Ты имеешь в виду Сакуру? Мы тренировали ее 10 лет. Где она? Где пояс? Он здесь, но... Ты не прикоснешься к нему. Что? Как глупо. Она умрет в любом случае. И ты тоже, Сакура. Кейт ее прикончит. Ты должна это увидеть. Нацуки, ты слышишь меня? Я пришла за тобой. Замолчи. Нацуки! Yeah!
Сестра! Впечатляет. Тебе конец. Карате Саджира Куринае. Мистер Тагава владеет им. Значит, ты все-таки пришла. Где она? Кейт! Я должна победить.
Сестра. Нацуки. Узнаешь меня? Наконец-то сестры Куринаи снова вместе. Сестра, это он. Этот человек убил моего отца и разрушил жизнь моей сестры. Он осквернил карате Куринаи. Я не прощу его. Мы не простим его. Дай его мне. Отдай мне черный пояс Саджира. Ты лгал. Кейт, успокойся, мы же получили его. Отправляйся в ад. Карате Куринаи. Карате.
Постой, что ты задумала? Эй, я калека, вы не можете убить меня? Сакура, не делай этого. Я воспитывал тебя 10 лет. Идем, Нацуки. Аяка Куринае. Нацуки Куринае. Перевод и озвучивание фильма Виктор Береговых.